30 спортсменов из нашего города и Архангельска попытались попасть на чемпионат страны по стрельбе из лука. Путевкой на него стала победа в областном чемпионате. Традиционно он состоялся в спортивном зале школы номер 20. На протяжении двух дней на базе школы номер 20 более 30 лучников боролись за медали чемпионата области и путевки на чемпионат страны. Натягивали тетиву и стреляли в яблочко как опытные, так и начинающие спортсмены. Турнир проводился в двух дисциплинах – блочном и классическом луке. Стрельбой Дарья занимается всего один год, но уже получила первый взрослый разряд. Давно мечтала, смотрела книги, там, видела фильмы про Робин Гуда. Интересно. Ездили на соревнования всероссийские, очень понравилось. Хочется всегда так ездить. Мечта Дарьи практически сбылась. На областных соревнованиях она взяла золото в классическом луке. Вторые и третьи места также у северодвинок Софьи Протасовой и Натальи Бухваловой. В блочном луке из слабого пола отличилась наша землячка Ксения Плюснина. Все девушки 2000 и 2001 годов рождения. В основном принимают участие традиционно дети и взрослые, которые любят этот спорт, которые занимаются, которым хочется получать в дальнейшем новые и новые разряды. Выезжаем на всероссийские, выводим детей на спортивную смену, спортивный лагерь. У мужчин медали чемпионата северодвинцы поделились с архангелогородцами. В классическом луке на дистанции 18 метров победу одержал северодвинец, мастер спорта международного класса Чингиз Цирендышиев. Вторым стал архангелогородец Константин Ядюков, третьим наш земляк Евгений Галкин. В стрельбе из блочного лука первое место завоевал мастер спорта северодвинец Батор Шалдаев, второе – архангельский спортсмен Андрей Бурдаев. Состав сборной команды на чемпионат страны будет сформирован сегодня тренерским штабом. Первенство и чемпионат России пройдут в Великих Луках с 1 по 10 февраля. Тянем, к носику тянем. Давайте. Константин Мухин, Анастасия Пшеничникова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.